Доброе утро, друзья! 2 апреля 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют Международный день детской книги, День единения народов России и Белоруссии, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, День ветеранов и павших на Мальвинской войне в Аргентине, Фатинья Колодезница в народном календаре. Знаменательное событие. В 1718 году Петр I создает в Русском царстве тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений. В 1792 году в США был основан первый монетный двор. В 1833 году вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». В 1912 году впервые в печати было упомянуто слово «джаз». В 1958 году Эйзенхаузер представил законопроект об учреждении НАСА. Родились в этот день. В 1725 году Джакомо Казанова, итальянский авантюрист, путешественник и писатель. В 1805 году родился Ганс Христиан Андерсен, датский поэт и прозаик, писатель-сказочник. В 1840 году Эмиль Золя, французский писатель-романист. В 1875 году родился Уолтер Крайслер, американский промышленник, основатель корпорации Крайслер. В 1955 году Николай Сванидзе, российский тележурналист, политический обозреватель, историк, профессор. В 1969 году родился Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсер. Этот день по лунному календарю. Сегодня до 5 часов 41 минуты по московскому времени самодовольство и самообман – правящее качество этого дня. Чтобы не поддаваться влиянию негативного, вам будут необходимы выдержка и сила воли, умение относиться ко всему происходящему спокойно и даже с юмором. Самое тяжелое в этот день – постоянные перепады настроения. После 5 часов 41 минуты в целом благоприятный день, но не стоит начинать новые дела. Извлеките максимум пользы из текущих. Именно про этот день можно сказать, что в спорах рождается истина. Во второй половине дня не стоит заключать новые договоры, подписывать новые документы, приступать к осуществлению новых дел. Вот такой он 2 апреля 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!